Всем добрый вечер. Как меня слышно, как видно? Давно не выходила в прямой эфир, да? Что-то как-то действительно давненько. Так, жду, пока вы подключитесь. Нет, тут книжка интересная. Но ради прямого эфира я откладываю книжку, потому что у меня есть что вам рассказать. Вижу вас. Привет всем, мои дорогие. Я вот сейчас поняла, что я соскучилась по прямым эфирам. Я сейчас вам пока что-то покажу, пока подключаются остальные. Смотрите, видно или нет. Вот они, мои красавчики. Мутоновые. Видно? Видно. Ну, похвасталась, собственно говоря. Как вы думаете, сколько они стоят? Они полностью меховые, из мутона. Ваши варианты. Это пятигорские тапки. Я такие же тапки видела у одного суперблогера модного какого-то. Ну, я не знаю, случайно мне попалось. И, в общем, считается это очень модным и крутым. Даже для того, чтобы ходить по улицам. Поэтому ваши варианты. Как вы думаете, сколько стоят эти... Это у меня уже вторая пара тапок. Ваши варианты, сколько они стоят? Я жду ваши варианты, пока вы подключаете. Подключаетесь, очень крутые, согласны. О, у кого-то есть уже белые. А у меня, представляете, вот эти бежевые. Ну, я не смогла себе отказать. Я думаю, я прям оставлю их здесь в Пятигорске у хозяйки. И буду сюда. 5000 кто-то пишет. А вот и нет, Олесечка. Не угадали сильно. Так, кто еще? Сколько? Пока жду. Пока вы подключитесь. 2000, нет, меньше. Холодно, холодно. Пока что холодно. Девочки, ну реально цена, вот вы не поверите. Если вы приедете в Пятигорск, нет, не 1500, еще меньше. Если приедете в Пятигорск, ну и не 500 рублей. Ну что же вы так, ну что же вы. Они реально выглядят 1000 на 5. Ну вот правда. Давайте не буду уже... Томить стоят они 800 рублей. Ну, я знаю, тайное место. 600 рублей. Это у вас натуральный мутон? Скажите мне, пожалуйста. Потому что мои мутоновые... Знаете, я тапки не ношу. Но вот эти вот ногу вставляешь как в облачко просто. И сразу и настроение другое, и день удался, и вообще. Так, ну что, поговорили о пятигорских тапках. 800 рублей они стоят, напоминаю. Подорожали? В Москве за 1500. Ну, ребят, в общем, тапки классные, причем всяких разных цветов. Вот что душе угодно. Я знаю, на верхнем рынке тайное место в Пятигорске, это в центре, так что приедьте в Пятигорск, я вам скажу, куда пойти и где купить. Итак, конференция. Не мутон, но отличные. Ну, у меня мутон. И я хочу сказать, что, знаете, все-таки качество меха имеет значение. Потому что, скажем, синтетический мех, он становится жестче со временем. А эти мягчайшие. Итак, сегодняшняя тема. Субботним вечерком поговорим мы с вами про апрель в Пятигорске. Апрель в Пятигорске – это чудное время года, когда цветет сирень. Ну, наверное, зависит от года к году, да, там собирается зацвести сирень. Всех приветствую, кто подключается. Чуть позже, по-моему, начинает цвести жасмин. Ну, вообще тут всегда все цветет, на самом деле. Это удивительное дело. Гиацинты, тюльпаны. Кто-нибудь есть из кавказских минеральных вод? Девочки, кавказские минеральные воды, есть кто-нибудь здесь? Если есть, ну там, маякните как-то, да, там, огонечек пришлите, помашите, смайлик какой-нибудь, чтобы я понимала.
И я буду продолжать дальше. Рассказывать я буду про конференцию в Пятигорске. Ага, вижу, машем, значит. Улыбаемся и машем, хорошо. Про конференцию в Пятигорске. Будет проходить она в апреле. Она будет проходить в апреле. Даты уже определились. Будет она проходить в конференц-зале гостиницы или отеля «Интурист». Это самый центр. Ну вот Ставрополь тоже с нами, да? Напишите вообще, кто откуда. Вот Демир какой-то с нами. Демир, вы откуда? Мы тут для косметологов. Так, Светлана Михайловна, извините, что не по теме. Пожалуйста, подскажите, когда планируете второй поток на микронидлинг. Очень хотела попасть, но не успела. Второй поток на микронидлинг. Вы имеете в виду интенсив. Ну, смотрите, воскресенье заканчивается. Марин, здравствуйте. Томск вижу с нами, Ставрополь с нами. Кто еще? Пока вы пишете, откуда вы, я отвечу на вопрос. Москва с нами. А второй поток по микронидлингу будет, когда закончится первый. Логично, да? Интенсив по микронидлингу состоит из двух ступеней. Вот сейчас заканчивается только первая ступень. Это база, это основа. На второй ступени мы очень подробно изучаем сочетные протоколы, пилинги, что аппаратные методы, сочетания. Нижний Новгород с нами. Так, еще кто с нами? Пишем, девочки. Мне же интересно, вот я в Пятигорске. Скоро улетаю в Москву обратно. А пока я здесь, я вам буду еще показывать красивый Пятигорск. А второй поток начнется, когда закончится вторая ступень. Вторая ступень еще не началась. Косметолог Наталья, первая ступень. От морщин? Не поняла, что от морщин. Может быть, какой-то я вопрос пропустила. Не поняла. Ну ладно. Итак, я думаю, что где-то в начале апреля, возможно, начнется еще один поток интенсива. Как погода в Пятигорске? Слушайте, погода странная, я бы сказала. Вчера валил снег, просто вот завалил все белым покрывалом. А сегодня утром все это растаяло, солнце светит, Кавказский хребет было видно, я в сторис показывала. Ну, весна, короче, синицы поют, сойки трещат и так далее. Не знаю, что будет завтра. Ну, конечно, для Пятигорска нетипично такой снег в феврале. Так, кто еще откуда? Девочки, пишем, из каких вы городов, те, кто присоединяется. Пока я буду рассказывать. Значит, что такое конференция в Пятигорске? Это обучение. То есть я решила дать вот такой вот интересный формат. Он будет нетипичным. Во-первых, это первая, вообще первая конференция по микронидлингу. Ханты-Мансийск, здравствуйте. Екатеринбург, Дмитровград, здравствуйте. Ереван, здравствуйте. Ой, хочу, как я на озеро Сиван попасть. Ну, когда-нибудь я это сделаю. Это будет первая конференция по микронидлингу. Такого еще не было. Первая конференция по фракционной мезотерапии. Ну и вот, собственно, мы отсмотрели несколько площадок. 5, по-моему, площадок. Я показывала все вам в Инстаграм. Показывала, сколько стоит такси из аэропорта Минеральные воды до центра Пятигорска. Да? Это быстро. Это, ну, где-то порядка 30 минут езды. Мы остановились на зале гостиницы «Интурист», потому что там хороший номерной фонд. Я показывала номер в сторис, вы видели, наверное, да? Он маленький, но локация очень хорошая. То есть, если вы живете в гостинице «Интурист», вы спустились вниз реально на сколько-то этажей и попадаете в конференц-зал. Все. Это центр, это очень удобно, это замечательная локация, это прекрасные виды. Кто видел, я показывала номер в «Интуристе». Кто-то видел? Поставьте плюсики, кто видел. И, соответственно, вы тогда видели, какой шикарный вид открывается из окон гостиницы «Интурист».
на горы, Кавказский хребет в хорошую погоду виден, Машук и так далее. Вид прекрасный, что утром, что вечером, соответственно, что днем на бульвар. Вот, вы видели, замечательно. Стоимость номера там 400. Что это будет за формат? Ну, вы знаете, что на конференции обычно вы просто получаете... Угу, видели, отлично. Значит, смотрели за сториз. Как правило, вы на конференции просто получаете, ну, разнообразную информацию. Профессиональную, там, чуть-чуть по этой теме, чуть-чуть вот по той. То есть, это такая сборная солянка на самом деле. И я хочу сделать для вас обучение. Это будет формат обучения. Вы пройдете обучение, получите протоколы, интересные очень протоколы практические, которые вы сразу можете пустить в работу себе. Вы получите сертификат о том, что вы прошли обучение, вы послушаете теорию, и вы увидите мастер-класс, то есть поймете, как работать. И, собственно, вы сразу можете монетизировать эти знания свои. Кто работает уже фракционной мезотерапией, напишите, пожалуйста, ну там, я... Или плюсик поставьте, кто фракционной мезотерапией работает. А я пока буду дальше рассказывать. То есть, вот как нарочно, знаете, когда начинаешь вести прямой эфир, было тихо, а сейчас кто-то под окнами вот прям стоит и трындит. Ну, честное слово, хоть высовывайся в окно и разгоняй. Не знаю, почему именно сейчас. Так, вот, я вижу... Доктор Ланчава, ну вы, по-моему, меня сейчас на интенсиве, правда же, да? Вижу, девочки, работаете. Кто работает с сочетанными протоколами? Я вижу своих учеников здесь. Ну вот, что хочу дать, какую информацию? Кто работает с сочетанными протоколами, ставьте два плюсика. То есть сочетаете в одном протоколе химический пилинг, аппаратный метод, фракционную мезотерапию. Есть у нас такие? Ставьте плюсики. Ага, Марина, вижу. Угу, замечательно. А кому будет интересно это обучение, эта конференция? Всем. Всем, кто только начинает. Всем, кто уже продвинутый косметолог. Всем, кто... уже прям проникся фракционной мезотерапией, полюбил эту методику, почувствовал, что тут просто нет предела совершенства. Вы можете так, вот так и вот так. Вы знаете, что я не обучаю по одной марке. Я не тренер одной марки, я независимый тренер. Потому что у меня ученики в 29 странах. Я не могу обучать по одной марке. Это будет нечестно по отношению к вам. Так вот, я решила сделать такую конференцию... сезонными протоколами, то есть вот сезон весна-лето, значит, я вам буду давать разные протоколы, как совместить в одном протоколе все, что можно из фракционной мезотерапии и из того, что сочетается с фракционной мезотерапией, именно на весну и лето. У меня есть вебинар «Летние протоколы», я что-то возьму оттуда. У меня есть вебинар фракционная мезотерапия деликатных зон, глаза и губы. Какой-то протокол я возьму из этого вебинара. У меня есть вебинар коррекции гиперпигментации. Какой-то протокол я возьму из этого вебинара, потому что, согласитесь, гиперпигментация в сезон весны и лета – это очень актуальная тема. У меня есть вебинар анти-эйдж, протоколы анти-эйдж. Это все про фракционную мезотерапию. И какой-то вебинар я возьму из протоколов анти-эйдж. Мы с вами разберем несколько видов химических пилингов. Мы с вами разберем, какие картриджи лучше применять в это время. Да? То есть это будет большой объем информации профессиональной по микронидлингу, по химическим пилингам, по аппаратным методам, но нацелен он будет на работу именно в весенне-летний сезон. Как вам такая тема? Напишите мне, пожалуйста, как вам такая тема? Интересно? Или очень интересно? И насколько интересно? Друзья мои, кто присоединяется, пишите, пожалуйста, из каких вы городов.
Я тут рассказываю про конференцию по фракционной мезотерапии, которая будет происходить в апреле. Огонь. Отлично. Я вижу, что вам нравится. Можете просто плюсики ставить. Очень интересно. Замечательно. А теперь давайте я объясню, чем этот формат будет отличаться от других, собственно, конференций. Ну, во-первых, это первая конференция по фракционной мезотерапии или по микронидлингу. И, ну, такого еще не было. Давайте будем честными. Но я хочу, чтобы вы отдохнули, получили хороший объем профессиональной информации, подзарядились, загорелись, вернулись обратно с конференции, прямо вот, не знаю, с портфелем знаний, которые сразу можно применить в работу, да? И чтобы вы перегрузили свою голову. Знаете, такое вот, может, сейчас банальщину скажу, но ментальное здоровье косметолога, Марина, сейчас все скажу, да. Ментальное здоровье косметолога – это очень важно. У нас должны быть свежие мысли в голове. Мы должны быть все время в ресурсе. Потому что когда косметолог в ресурсе, он своим позитивом, своим отношением к работе, своей энергией, своим интересом, он уже делает процедуры успешными, своим отношением к работе. Я хочу, чтобы вы отдохнули. Конференция будет идти 2 дня. Я хочу, чтобы вы за эти дни нагрузили не только мысли прекрасной профессиональной информацией, глаза. Глаза, чтобы ваши видели прекрасные горы, цветущие, я не знаю, клумбы, чтобы вы вдыхали этот прекрасный воздух, чтобы вы купили эти тапки, в конце концов, по 800 рублей. Я вот планирую в этих тапках вообще-то по улицам пройтись, потому что здесь удивительно непыльные улицы. Я прям представляю, как я пройдусь по бульвару Гагарина в этих тапках, посижу на скамейке, понимаете, в этих тапках. Почему бы и нет? Я видела блогера, она тоже так делала, модного блогера. Я решила, что мы тоже можем себе позволить. У нас тапки вообще ничуть не хуже, чем где-то там в Европе или в Америке. Я хочу, чтобы вы перезагрузились. Это такая конференция-перезагрузка. Ну и помимо этого, там будут еще и марки. То есть там будут препараты для фракционной мезотерапии, которые вы сможете купить. Я так задумываю. Я сейчас веду переговоры с несколькими брендами и выбираю, кого бы я хотела видеть на этой площадке. Даты. К сожалению, даты получились немножко не те. Даты 17-18 апреля. Я планировала 20-21 или 19 или 20. Но только 17-18 свободные даты в конференц-зале Интуриста. А именно он нам подошел, потому что у него локация правильная. Я не хочу, чтобы вы метались по Пятигорску в поисках там нужного адреса. Да? Во-первых, Интурист видно издалека, вы не ошибетесь. Как бы там можно и номер снять, пожить, и, собственно говоря, там очень хорошая локация. За углом Кухни Мира, где я все время, ну, вы видели, чинахи, шашлык из баранины. Я вас уверяю, вот сколько, я уже несколько, 2 года, да, туда хожу регулярно, по нескольку раз в год приезжаю. Я еще не перепробовала все, что там есть. Очень вкусное, интересное пространство. Поэтому, девочки, даты 17-18, 16-го Пасха, 16 апреля Пасха, и 17-18 будет конференция. Поверьте мне, мы эти даты выбивали. Спасибо Тане, моей ученице, моей помощнице. Но она сделала невозможное, потому что она заставила Интурист, администрацию Интуриста, да, кто там отвечает за аренду, передвинуть кого-то на другие даты, чтобы у нас получилось взять в апреле даты. Потому что свободных дат уже нет. Все, нет, отсутствует, понимаете? В понедельник мы с ней едем в типографию. Программу мероприятия я распишу, соответственно, да, вот сейчас это только вы первые узнаете, что, когда и так далее. Даты 17-18.
Ну, то есть, получается, собственно говоря, вот отпраздновали Пасху в воскресенье, сели в самолет и прилетели. У меня будет вот так. Либо кто-то может рано утром прилететь, да, или там ночью, допустим. С 11 часов. Я решила начать в 11 часов. Это будет 2 дня. Вы можете присутствовать 2 дня, вы можете присутствовать 1 день. Один день это будет обучение. Первый день это обучение. Второй день представление других марок, препаратов из этих марок, которые подходят под фракционную мезотерапию. Возможно, сразу будем формировать какие-то протоколы, да? То есть, чем очистить, что нанести, как поработать и так далее. Вы можете мне написать свои пожелания, какие марки, возможно, вы хотели бы там увидеть. Так что пишите. Пишите, пожалуйста. Вот я вам даю карт-бланш. Это может получиться достаточно интересно. Это мероприятие не только для пятигорских косметологов, да, и всех, кто есть рядом. Ставрополь, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Осетия, Кавказские минеральные воды, естественно, да. Не только для вас, дорогие мои, но вообще для всех. Потому что вы, Кавказские минеральные воды, вы здесь живете, вы привыкли к этой красоте. А мы, которые живут где-то далеко, которые живут, Петербург, Питер, Москва, Омск, Томск, что, Красноярск, к нам вообще из Испании уже Юля собирается ехать. Добрый вечер, Светлана. Кто еще к нам едет? Олеся из Белоруссии, да? То есть, ну вот, вы понимаете. Но количество мест будет ограничено. Я не хочу делать очень большой формат. Я хочу видеть ваши глаза, глаза каждой. Я люблю живые встречи. Они мне очень приятные. Ну, я про это уже говорила и писала. Ну, как бы живое общение – это живое общение. Я хочу видеть ваши глаза, я хочу слышать ваши вопросы. Мы с вами прям по ходу дела будем формировать какие-то новые интересные протоколы, исходя из ваших потребностей и ваших пожеланий. И будет это все в прекрасном месте в апреле. Я не хочу много народу, я не хочу толпу. В толпе можно не увидеть глаза, пропустить какие-то вопросы. Я хочу маленький формат. Какое количество человек будет? Ну, порядка 30, возможно, 40. Ну, это будет как вот такой большой формат обучения. Поэтому, дорогие мои, кому интересно, пожалуйста, поторопитесь, потому что будут публиковаться на объявления о конференции, будут публиковаться на аккаунтах марок, других, да, и, соответственно, там будет много народа. Я думаю, что я всех, кто хочет, не возьму. Стоимость, порядка стоимости, вернее, о цене. Будет предпродажная цена, то есть мы объявляем старт продаж, и цена будет более лояльная. Дальше цена подрастет, соответственно, да, потому что, ну, успевайте. Я хочу ценой отрегулировать количество людей. Потому что если поставить цену очень маленькую, во-первых, это неинтересно, а во-вторых, могут попасть, ну, все-все-все. Я не хочу, чтобы были все-все-все. Я хочу, чтобы пришли те, кому это действительно интересно, те, кому я хочу и могу уделить внимание, и энтузиасты своего дела. Цена 6 тысяч предпродажная цена. И 7 тысяч цена будет дальше. У меня такое обучение, я могу сказать. Ну, вы знаете, наверное, можете зайти сейчас на сайт и посмотреть. Такое обучение в Москве у меня стоит 9 тысяч. Здесь, в Пятигорске, соответственно, оно будет стоить 6 или 7 тысяч. Как записаться, я уже готова. Девочки, на сайте, заходите на сайт. Там сейчас есть анкета. Те, кто заполняет первыми эту анкету, анкета по конференции, она так и называется, заходите на сайт, который закреплен в шапке профиля, и оставляйте там свои данные. И вы получите рассылку, информацию, да? Вот, соответственно, пока цена 6 тысяч. Сейчас, через какое-то время, как только я договорюсь, уже переговорю и решу, какие конкретно марки будут,
да, цена повысится. Но почему я делаю такую цену лояльную? Почему в Москве 9 тысяч, а здесь 6 тысяч практически, да? Ну, во-первых, потому что я хочу охватить большую аудиторию, но только ту, которой это действительно нужно. Не просто сходить там, посмотреть что-то, да, на других и себя показать. Нет. Такие косметологи пусть придут потом. Пусть пока посмотрят на дистанционно, онлайн, а потом пусть приходят, да? И цена лояльная, потому что я хочу побольше людей, чтобы имела возможность приехать. Во-вторых, это во-первых. Во-вторых, я учитываю, что те, кто будет приезжать так же, как и я поеду из Москвы, кто-то поедет из других городов. Те, кто будет ехать откуда-то, они будут тратить деньги еще и на билеты, и на проживание. Но я искренне верю, что вы влюбитесь в этот город. Вы влюбитесь в этот край. И я даже втайне надеюсь, что это будет только начало вот такому формату. Это будет формат конференции перезагрузки. Такого не было и, как бы, возможно, даже и не будет, да, потому что это невыгодно компаниям. Вот компании, которые это делают, ну, им невыгоден такой формат. Такой формат интересен мне, потому что я сама косметолог, и я знаю, как мы работаем. Мы просто вкалываем, дорогие мои. Я хочу, чтобы вы отдохнули, вы посмотрели на своих коллег, чтобы вы были в красивых платьях, чтобы люди, глядя на вас, говорили: это что такое, это что за праздник женской красоты, вообще что происходит. Готовьте свои лучшие наряды, готовьте красивые платья. Я хочу, чтобы у вас блестели глаза. Я там, ну, я не знаю, говорю о том, что, пожалуйста, начинайте делать какие-то уходы за волосами, да. Все, кто планировал какие-то интересные процедуры для лица, начинайте делать их сейчас. Готовьтесь к этой конференции. Это будет конференция красоты и профессионализма. Я хочу, чтобы вы отдохнули, послушали тишину, послушали птиц, перезагрузились. Ну вот, кстати, я тут видела Марина... Правда? Марина Бочарова, скажите про Пятигорск что-нибудь, напишите. Вы же по моей наводке теперь сюда уже с семьей приезжаете несколько раз в год. В прошлый раз мы с Мариной, в прошлый мой приезд, тут параллельно отдыхали. Я наверху жила, а она подо мной. С мужем, с сыном. Было вкусное крымское вино у нас. И интересные посиделки. Вот, кто-то пишет: Пепсика Small Club была там, прекрасное место. Пропустила начало, скажите, пожалуйста. По фракционной мезотерапии. Мы говорим про конференцию по фракционной мезотерапии. Итак, 16-го будет Пасха, конференция 17-18 апреля в гостинице «Интурист». 2 дня. Первый день – это формат обучения, после которого вы получаете сертификат о том, что вы прошли обучение. Вы получаете огромный объем информации в голову, кучу протоколов, какие-то мы с вами будем вместе составлять. Второй день, ну и у вас еще будет возможность приобрести препараты. И я хочу, чтобы для вас компании предоставили скидки для участников конференции. Что еще? Возможно, ну, хочу, понимаете, чтобы вы этот город, это место полюбили так же, как и я. Возможно, я дам возможность, тавтология, да, ну, выступить кому-то, ну, гиду по Пятигорску, по Кисловодску, по КМВ, чтобы она вам красиво могла рассказать со сцены в течение нескольких минут, да, что можно здесь увидеть и посмотреть, чем так интересен этот край, ну, с профессиональной точки зрения, как гид. Да, возможно, я дам выступить еще каким-то специалистам, да, может быть, даже психологические какие-то моменты. Вы знаете, кто такой телесно-ориентированный терапевт? Знаете такую формулировку? И вообще, кто такой этот специалист? Вот если мне понравится, я тут познакомилась на одном мероприятии с интересным
интересной девушкой. Она является телесно-ориентированным терапевтом. Возможно, ей дам там выступить и что-то рассказать, да. В общем, ну, помимо представителей марок, соответственно, да. Может быть, даже к нам приедет Дермапен Россия. Дермапен Россия, вы здесь или не здесь? Вы нас видите? В общем, вот такое мероприятие я задумала. Как вам информация? Давайте ваши мысли. Давайте, пожалуйста, ваши мысли, потому что я их все обязательно буду учитывать. Какие ваши предложения? Что хотите еще на этой конференции? Какую информацию хотели бы получить или услышать? Что вам интересно? Вот, Марина пишет. Город великолепный, много цветов, небо и гор. Точно, да. Вкусная кухня, волшебная лечебная вода. Я просто влюбилась в этот город. Да, Марин. Да, да. Я вот подписываюсь под всеми словами. Тут питьевая галерея. Слушайте, минеральная вода бесплатно. Я подсела сейчас на Красногорскую. Представляете, открываете краник, и течет газированная, уже газированная вода. Минеральная. Ну, вот для меня это как чудо звучит. Еще раз, даты 17-18 апреля. На мой взгляд, это самый чудесный месяц здесь. Вот самый чудесный. Вторая половина апреля и начало мая. Ну, тут всегда хорошо, если честно. Мне и сейчас тут тоже очень хорошо. Итак, два дня. Конференция по фракционной мезотерапии. 17-18 апреля. Это конференция с обучением, то есть вы получаете обучение, вы получаете сертификат об обучении. Ну и ладно, сертификат, вы получаете большой объем информации. Стоимость, начальная цена 6 тысяч, дальше будет 7, побольше. Мне вот на прошлом обучении по массажу, по-моему, из Омска была у меня косметолог, так вот она сказала, что билеты надо уже покупать, потому что... А у них, по-моему, даже прямой рейс есть из Омска. По-моему, так. Да, Марин, я же не вру. Вот, кто-то уже билеты купил, по секрету вам скажу. Потому что те, кто проходили у меня обучение, как бы они уже в курсе. Ну, конечно, я здесь не на два дня буду. Я тут, как правило, ну, отсюда невозможно улететь, девочки, быстро. Я сюда первый раз, вот расскажу свою историю, наверное. Я сюда первый раз прилетела, по-моему, 3 или 4 года назад. Короче, это было где-то за год до пандемии. В командировку. И пропала. Все. Я успела съездить только в цветник перед обучением. То есть я приехала вечером, успела съездить в цветник до темноты. Это было, по-моему, в сентябре. И все, на следующий день у меня было обучение, но мне настолько запал в душу этот город, вот эти места. Я помню, сидела после обучения на скамейке в Иноземцево, это рядом здесь, в Пятигорском. Смотрела на сосны, смотрела на белок, пила вкуснейший кофе, который они мне сделали, с сухофруктами. Божечки, какие здесь сухофрукты! Слушайте, я нашла такую классную штуку. Я не знаю, как это называется. Это как очень-очень маленький урюк. Очень маленький урюк. И человек, который продавал, я покупаю все время в одном и том же месте, я вчера, кстати, показывала, он мне сказал, вот мы другие фрукты, которые уже сушеные, обработанные серые, мы их не едим. Мы едим именно вот это. Потому что оно высыхает сразу на дереве. Оно ничем не обработано. И вот оно, именно с косточкой, а косточки вот такие малюсенькие. Вот я сейчас вам покажу даже. Вот, смотрите, вот это косточки от них. Я даже не поняла, что это. Это урюк или это абрикос, или что это вообще такое. Оно очень маленькое. Но как бы его можно на ночь замочить, но я на ночь не успела замочить, я съела все так. Но вот это вот считается такой ценный продукт, очень чистый, ничем не обработанный. То есть... Я сходила на верхний рынок, помню тогда, и я просто пропала. Это маленький город, но его можно бесконечно узнавать, понимаете? Тапки, носки белые из чистейшей овечьей шерсти по 150 рублей. Блин, тут столько вкусного и интересного, тут такие замечательные люди.
Мне делают такой шикарный массаж. Я хожу на капельницы. Тут как бы... Вот мне уезжать в четверг или в пятницу, а я уже сейчас начинаю жалеть, что мне уезжать. Понимаете? Я хочу, чтобы вы точно так же нашли здесь такое место силы, место перезагрузки. Потому что косметолог должен быть со светлыми мыслями, с такими, с хорошими мозгами. И тогда мы несем добро нашим пациентам. Нам интересно работать. Мы такие творческие личности. Мы не должны сидеть в клетке, в ограничениях. Для этого нам надо перезагружаться. Поэтому сюда можно приезжать одной, да? То есть вы говорите семье: так, я поехала на обучение. Все. И вы оцените этот момент. Вас отпустят на обучение. Вы послушаете эту тишину. Вы посмотрите на горы, солнце, небо высокое. Вы выпьете бокал, я не знаю, хорошего вина. Съедите шашлык. Или просто печеные овощи. Или вкусный десерт. И вернетесь домой наполненной, совместив полезное с приятным. Либо приезжайте сюда с семьей. Пока вы на обучении, ваша семья тут будет гулять, дышать и так далее. По цветнику хотя бы пройтись. Вот. Так, ну что, дорогие мои, какие у вас мысли на этот счет? Как вам моя задумка? Вы поддерживаете или как? Что вы думаете? Все, хочу услышать ваши, увидеть ваши комментарии. Жду ваших комментариев. Честно, я задумала эту конференцию еще осенью. Так вот мне в голову пришло. Настолько мне здесь хорошо, что я решила с вами этим поделиться. А потом, чем ближе, тем страшнее. И были, конечно, мысли, да ну, кому это нужно, да зачем? Вот провожу я в Москве обучение без всякой там какой-то суеты, все уже отлажено, налажено. Аудитории, которые мы снимаем, мы их знаем и так далее, да? То есть, ну зачем суетиться, что-то менять, какие-то сложности себе на голову искать? Может, это вообще никому не нужно? Очень-очень хочу приехать. Отлично. Вот кто хочет приехать? Кому моя задумка понравилась, дорогие мои? Я вам показываю цены. Я вам говорю, что сколько стоит. Я вам показала, где и что можно снять, какое жилье. Ну и жду от вас какой-то реакции. Кому понравилось, пришлите огонечки. Кто хочет приехать, пришлите плюсики. Марин, я вообще не сомневалась в вас. Однозначно не сомневалась. Ну и, конечно, я... буду рада всех вас увидеть, честно. Потому что, я, знаете, я, наверное, к этому не привыкну. Когда заходишь в зал, и ты понимаешь, что люди, я людей не знаю, а они мне улыбаются, как родной и давно знакомой. Это так удивительно и так странно, и это так приятно. Так, вижу ваши реакции. Девочки, не стесняйтесь, пишите, пожалуйста, потому что я хочу учесть. У меня не такой большой опыт устроения конференции. Да, я провожу обучение. Да, у меня курсы онлайн, интенсив онлайн. Но какие-то большие мероприятия я не делала никогда. Поэтому мне требуется, конечно, ваша поддержка. Потому что бронировать аудиторию – это одно. Бронировать конференц-зал, да, это уже, как вы понимаете, ну, совсем другое. И, конечно, есть опасения какие-то. За что голосуем, Елена? Элина, да, правильно сказала? Голосуем за конференцию в Пятигорске. Конференция по фракционной мезотерапии в апреле 17 и 18. Я спросила... Кто хочет? Вот девочки ставят плюсики. Вы хотите? Ну, я думаю, что нужно будет пересмотреть эфир. И я думаю, что я еще не один эфир сделаю по этой конференции, да, потому что будут поступать, будет информация, будут определяться марки, участники, и я вас буду держать в курсе.
Я думаю, что эфиров еще будет несколько, потому что до конференции у нас с вами сколько? 1,5 месяца? Сегодня какое? 18-е. 2 месяца. Ну, на 1 день меньше, да? Но это кажется только, что много времени. На самом деле времени немного, потому что если вы едете откуда-то, купить билет, забронировать... Только что микронидлинг сделала клиентке. Домой собираюсь с работы. Ну, вот видите. Все в тему. Это только кажется, что много времени для того, чтобы купить билеты и забронировать. Вот я уже забронировала, между прочим, проживание на всякий случай. Так. Ну, я забронировала, конечно, не на 2 дня, а почти на 2 недели. Вот. Так вот, дорогие мои, количество мест ограничено, я буду проводить первый раз такое мероприятие. Первый раз. Я хочу видеть ваши глаза, я хочу ответить на все ваши вопросы, поэтому я не буду большое количество народа брать. Места ограничены, там зал на, по-моему, 60 мест, что ли. Ну, конечно, я не хочу такое количество людей, чтобы меня хватило на всех. Места ограничены, будет 30-40 человек. Я хочу, чтобы нам с вами было комфортно, без всякой толкучки, чтобы все друг друга слышали, да. Кто хочет, кому это интересно, пожалуйста, идите заполнять анкеты. Анкета находится на сайте, она так и называется. Анкета для конференции по микронидлингу или по фракционной мезотерапии. Апрель. Заполняйте, пожалуйста, анкету, и у вас будет возможность приобрести билеты по предпродажной цене. Ну, кто первый встал, того и тапки, знаете. Стоимость билета 6 тысяч. Предпродажная цена, стоимость билета 6 тысяч. Соответственно, потом будет дороже. Потому что ценой я ограничу количество участников. Но это будет обучение, полноценное обучение, которое в Москве стоит не 6 тысяч, а 9 тысяч. А кто не сможет по каким-то причинам приехать, приезжайте в Москву 27 февраля. 27 февраля в Москве состоится обучение по сочетанным протоколам, так и называются сочетанные протоколы, химический пилинг плюс фракционная мезотерапия. Это будет обучение по зимним химическим пилингам. То есть в чем будет разница, смотрите. На конференции я буду давать информацию тоже и по химическим пилингам разных абсолютно марок, да, как подобрать химический пилинг для сочетания с фракционной мезотерапией. Но я буду давать совершенно разные протоколы по разным темам из разных вебинаров, которые предназначены для работы в весенне-летний сезон. А вот 27 февраля... Я буду давать объем информации именно по химическим пилингам, зимним, легким, усиленным и так далее. Это будет в Москве, 27 февраля в Москве, а в апреле будет 17-18. Ну вот, собственно, наверное, это все, что я вам хотела сказать в этот прекрасный, еще всю зимний, субботний вечер. Ну, что еще могу добавить? Пишите, какие у вас есть вопросы. Можете писать в комментариях какие-то вопросы. Анонсы еще буду выкладывать. Но, естественно, я закрою продажи, как только количество мест будет разобрано. Вот. Как-то так. Кому эфир понравился, кидайте огонечки. Поддержите меня. Давно я не выходила в прямой эфир. Вот, потому что ваши реакции, ваши лайки, ваши огоньки, они для меня важны. Я вас не вижу, а вы меня видите. Как я могу почувствовать, что вам интересно? Только вот какими-то реакциями вашими, да? По-другому никак. Да, я тренер с очень большим стажем. Да, я на этом рынке работаю более 30 лет.
Но я тоже живой человек, и мне тоже нужно понимать, что то, что я делаю, нужно и востребовано. Поэтому вижу ваши сердечки. Если эфир был полезен, ставим плюсики. Маргарита, вопрос? Какой вопрос? Я что-то пропустила? А может, и устроить себе отпуск? Вы о чем вообще говорите? Я бы даже не раздумывала на вашем месте. Тем более, что я вам даю все явки, пароли. Куда пойти, где сколько стоит, какая капельница. Вы даже не представляете, насколько ценна эта информация. Поэтому я даже говорить ничего не буду на самом деле. Да? Потому что только тот, кто побывал в Пятигорске и попробовал найти какие-то варианты. Вот кто-то из вас мне писал сегодня, где вы нашли капельницу, озонотерапию за 250 рублей. Потому что кто писал мне? Юлия Почули, по-моему, да? Она написала, что она едет в санаторий в Пятигорск, там капельница по 500 рублей. А я делаю за 250. Это тайные знания, и они только для косметологов. Так, дорогие мои, все, всем прощаюсь. Всех вас обнимаю, соскучилась по живому общению. Потому что у меня сейчас интенсив заканчивается, первая ступень. Ох, у нас там горячо. Миллионы вопросов, столько же ответов. Там кураторы мои вовсю работают. Ну, в общем, до встречи в апреле 17-18 на конференции. Или 27 февраля в Москве. Там места еще есть, кстати, на обучение. Всем до свидания.